уже борцы среднего, тяжелого и тяжелой весовой категории. 84, 96 и 120 килограмма. Напоминаем, что сегодняшняя вечерняя программа начинается в 17 часов с торжественного открытия чемпионата России. В 17 часов. Затем утешительные и финальные встречи и награждение сильнейших борцов двух весовых категорий. Взвешивание сегодня начинается 15 часов медицинский контроль и в 16 часов 4 часа дня взвешивание. Секундант Татарстана, займите свое место. Синим трико Осип Михайлов, мастер спорта международного класса. Он представляет Республику Саха-Якутия. На каком красном трико борется Джованши Данузов, Брянск, мастер спорта. Синим трико Алексей Дантупов, Республика Бурятия. Here too. Ковер А уже первый период закончился без технических действий и клинч по жребию. Судья вытащил шар борца в синем трико, который выиграл сейчас один балл и вместе с этим первый период. Maxime, guys, gonna win this period. It's Maxime Milonov, Russian champ in the 90s. 93-97. This match, the wrestler is from Tatarstan. Hometown. Yes. Home, yes. Hometown. Matt C. Yeah. Matt C. Wrestler, right. Ball grab is gonna do.
Ten, bro. На ковре. А, второй период также закончился без технических действий. И опять синий шар по жребию. Право захвата достается Михайлову. Are they changing it right away or not? I couldn't see. How you doing? The match is over. Did you cut it?